В рамках торжественной церемонии Константин Трофимов официально вступил в должность главы Артемовского городского округа. На инаугурацию, которая прошла на площадке Дворца культуры «Энергетик», поздравить нового руководителя муниципалитета собрались представители администрации Восточного управленческого округа, Государственной думы, депутаты местной городской думы, руководители некоторых предприятий города, работники администрации Артемовского городского округа, председатели территориальных органов местного самоуправления, представители правоохранительных органов, МЧС, общественных организаций, почетные граждане Артемовского городского округа и средств массовой информации города. После торжественного выхода на сцену новоизбранного главы Константина Трофимова решение Думы об избрании руководителя Артемовского городского округа публично огласил председатель Постоянной думской комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Арсенов. Дума Артемовского городского округа решила избрать главой Артемовского городского округа сроком на 5 лет Трофимова Константина Михайловича. В присутствии всех собравшихся Константин Трофимов, положив руку на устав АГО, произнес слова присяги на верность всему Артемовскому городскому округу. Я, Трофимов Константин Михайлович, вступая в должность главы Артемовского городского округа, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все силы и способности на благо жителей Артемовского городского округа. От имени губернатора нового главу Артемовского городского округа поздравил заместитель управляющего администрации Восточного управленческого округа Сергей Раптанов. Уважаемый Константин Михайлович, поздравляю вас со вступлением в должность главы Артемовского городского округа. Предложенная вами кандидатура и программа развития муниципального образования, поддержки депутатского корпуса, теперь ваша задача воплотить все эти планы в реальность, обеспечить реализацию мероприятий, национальных проектов и нашей программы «Пятилетка развития Свердловской области». Рассчитываю на ваш опыт работы на посту председателя муниципальной думы, на вашу добросовестность, профессионализм, принципиальность и ответственность. Уверен, ваш управленческий опыт, глубокое знание, особенность потенциала и перспектив Артемовского городского округа станут отправной точкой для устойчивого развития экономики и социальной сферы, повышения качества жизни ваших земляков. Желаю вам успехов, здоровья, энергии, благополучия, всего самого доброго. С уважением, губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйбышев. От себя лично Сергей Раптанов пожелал Константину Трофимову на новом посту терпения, стабильности, удачи и поступательных движений вперед на развитие Артемовского городского округа и на благо населения всего района. Депутат Государственной думы Сергей Чепиков выразил благодарность коллегам местной Артемовской думы за правильный выбор кандидатуры на пост главы. Мы уже работаем с ним давно, когда он еще был в ранге председателя думы, он и секретарь отделение «Единая Россия», местного отделения, поэтому мы уже давно с ним трудимся, у него отличный бэкграунд, так сказать, у него хорошие взаимоотношения с правительственными структурами различного уровня, и думаю, что это очень хороший выбор для Артемовского. Огромное спасибо депутатам городской думы. И надеюсь, что общими усилиями мы выведем Артемовский на новый уровень, и благодаря этому и жизнь, и качество жизни в Артемовском должна улучшиться. Спасибо всем и огромное спасибо вам за то, что Константин Михайлович дал согласие баллотироваться на эту должность. Всем успехов и удачи! Успехов и удачи на посту главы городского округа, реализации всех намеченных планов. Константину Трофимову в поздравительной телеграмме пожелала председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Уважаемый Константин Михайлович, от имени депутатов Законодательного собрания Свердловской области поздравляю вас с избранием на должность главы Артемовского городского округа.
Ваша победа свидетельствует о высоком доверии к вам со стороны депутатов представительного органа муниципального образования, которые по достоинству оценили ваш профессионализм и высокий управленческий потенциал. Желаю вам успешной и плодотворной работы на посту главы Артемовского городского округа, реализации всех намеченных планов, направленных на социально-экономическое развитие муниципального образования и рост благосостояния его жителей. Удачи вам и всего самого доброго! Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Валентиновна Бабушкина. От Думы Артемовского городского округа Константина Трофимова поздравил депутат Александр Малых. Константин Михайлович, вот здесь вот наши депутаты тебе оказали доверие. 15 депутатов. Это накладывает огромный отпечаток того, что нужно работать и работать. А работать еще как? Терпение, как сказали уже, очень нужно много. И много очень нужно сделать совместно с депутатами, с администрацией Артемовского городского округа. На сегодняшний день вам придется очень трудно. Но, как говорится, если взялся за гуж, не говори, что не дюж. Я от всего сердца поздравляю тебя с избранием на эту должность. Желаю тебе всего доброго, счастья, здоровья. Здоровье тебе понадобится. И успехов в твоем нелегком труде. Выразила искренние поздравления со вступлением в новую должность Константину Трофимову, а также вручила в подарок избирательный кодекс Свердловской области председателя Артемовской районной территориально-избирательной комиссии Ирина Ланцева. В пятницу в автоматизированную систему ГАЗ-выборы были введены данные о прекращении полномочий депутата Думы Артемовского городского округа по одномандатному избирательному округу номер 13 Константина Михайловича Трофимова, а также введены данные о том, что прошло избрание главы Артемовского городского округа. Сегодня по окончании дня будут введены дополнительные сведения о вступлении в должность Константина Михайловича, должность главы Артемовского городского округа. Константин Михайлович, поздравляю вас с избранием, желаю вам всего самого хорошего и успехов. Здесь небольшой подарок от Артемовской районной территориальной избирательной комиссии, в том числе избирательный кодекс Свердловской области. От лица элиты города, людей, удостоенных звания почетного гражданина Артемовского городского округа, нового главу поздравила и выразила слова напутствий председатель общественной палаты АГО Раиса Калугина. Уважаемый Константин Михайлович, поздравляем вас с вступлением в должность. Опираясь на опыт старших, творите настоящее, созидайте будущее Артемовского городского округа. Заглянула сегодня в интернет. Чем удивляет день 2 ноября? В 1721 году Петр I был избран императором Руси. 2 ноября – день начала мужских дел. Понедельник – начало всех начал, новых свершений и открытий. А еще сегодня Артемьев день. Так что с Богом и в добрую дорогу! Творческий подарок от коллектива Дворца культуры «Энергетик» стал завершением торжественной церемонии инаугурации Константина Трофимова.